Заснись уже, будильник, дай поспать. Ну ладно, встаю все-таки. Так, а почему 4 утра? Опять мне Джим будильников таких понаставил. Пранкер, блин. Эх, опять я не выспалась. Ну ладно, пока не буду его будить, пускай живет. Всем привет, мои листочки. С вами мы в новом канале Только Джимми. И сегодня я вам покажу, как проходит мое утро. Что ж, всем приятного просмотра, а я пока пойду умываться. Для начала нужно почистить зубы. Наверное, как многие заметили, наверное, даже все заметили, то, что я переехала в новый дом. Я сделаю рум-тур, но он и будет не подробный в ШОС, просто я его покажу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам нужен подробный рум-тур. А пока просто смотрите, как Мэй будет умываться, и где-то буду немного вставлять свою озвучку. Осталось нанести крема и, в принципе, расчесать волосы. Готово. Теперь я иду завтрак. Я практически отказалась от яичницы с беконом завтрака, потому что это очень даже калорийно. Продуктов у меня в холодильнике немного, и сегодня я буду есть тосты с авокадо и персик на завтрак. А также налью себе чаю. Это мой любимый вариант завтрака, потому что он, в принципе, легкий, но очень даже вкусный. И нужно еще налить чай. Что ж, мой завтрак готов. Давайте с вами поедим. Все было очень вкусно, и сейчас я буду мыть посуду. Только для этого у меня есть такая специальная машина. Дальше мне нужно покормить своих животных. Это для Рокки и сейчас будет для Джима и Джеки. Пожалуйста, не спрашивайте, почему у меня Джеки в таком состоянии, потом все сама вам в отдельном видео объясню. Берем Джима. И теперь я их отвожу на такую вот площадку для них. С Рокки сейчас иду гулять. Для начала мне нужно переодеться. Сейчас у нас еще утром, на улице холодно, поэтому я одеваю такой теплый свитер. Он мне очень нравится. Осталось собрать маленький рюкзачок, и я пойду с ним гулять. В принципе, все. Тут мы с Рокки просто гуляем. Что ж, Рокки нагулялся, и мы с ним идем домой. Так, сейчас я буду делать домашнее задание в университет на понедельник. Что ж, я доделал домашнее задание, и сейчас я поеду в город за продуктами. Я живу в 100 километрах от города и 70 километров до любой деревни. И потом мне еще нужно дойти до остановки 10 километров из главной площади до магазина 10 километров. Я иду обычно через тропический лес. Спускаемся. Я не иду по этому мосту, потому что он слишком хрупкий. Спустя где-то 4 часа я приехала в город. Идемте в магазин. Ой, здравствуйте, извините, я сейчас вам помогу все поднять. Держите. Спасибо. До свидания. А также я закупаюсь продуктами раз в 2 недели.
Я обычно беру много овощей и фруктов. И давайте возьмем еще много яблок. И как и куда же без мандаринов? Ведь скоро же Новый год. Мне понадобился второй пакет, но мне кажется, скоро понадобится уже и третий. Теперь я куплю свои любимые хлопья. И давайте возьмем такой круассан с шоколадом. Также я очень люблю шоколадное молоко. И давайте еще с вами возьмем такой вот апельсиновый сок. Еще возьму чипсики. Я уже нужен третий пакет. И давайте возьмем сосисок и мясо. Также нужно взять Джиму и мне рыбы. И думаю, возьму дюшес. Готово. И оплачиваем. Блин, столько много пакетов, я не уверена, что их смогу одна до дома дотащить. Ладно, попробуем. Здравствуйте, давайте я вам помогу удалить пакеты. Но вы же, скорее всего, живете в этом городе, а мне очень далеко ехать, 100 километров. 10 еще километров там идти. Ничего, давайте все же я вам помогу. Ладно, спасибо. Странно как-то. Спасибо большое. Давайте еще с вами как-то встретимся. Меня, кстати, зовут Ньютон. А меня Мэй. До свидания. До свидания. Странно как-то. Ну ладно, нужно переодеться. Что ж, так прошло мое утро. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.